Представляем вашему вниманию перчатки фирмы Буша Мундиал 2 мм. Страна-разработчик Франция, страна-производитель в данном случае Китай. Как я уже говорил, толщина неопрена 2 мм, то есть подходят они для теплой воды в основном. В холодную воду руки моментально замерзнут. Разработаны специально для подводных охотников, так как фирма все-таки больше ориентируется на подводных охотников, но использовать их могут все, кто занимается водными видами спорта, и необходима защита рук и согревание рук. Данная модель имеет пальцы прямые, не анатомические видно, да, не, абсолютно не согнутые. На мой взгляд, это не очень хорошо. Но с другой стороны, толщина небольшая, 2 мм, поэтому особого дискомфорта все равно не будет. Снаружи ладонь отделана нейлоном полностью. Плюс вот такая резиновая накладка на пальцах. Ну, скорее всего, она идет не как защитная какая-то, а просто, скажем так, для красоты, для дизайна. Ладонь усилена супротексом. Это очень прочный, в то же время очень мягкий, эластичный материал. Чаще всего дублируют этим материалом колени, локти, ну, все места, где могут быть какие-то физические нагрузки, да, на поверхность. Хоть он и мягкий, но достаточно прочный. Проклеены, прошиты с двух сторон. В этом плане все хорошо. Изнутри ладонь полностью открытая порость титановым напылением. Это дополнительно греет руку. Запястье дублировано нейлоном. Перчатки эти текут, так как и все тонкие перчатки. В общем, но это по большому счету не страшно, так как они используются в основном в теплой воде. К внешнему виду никаких претензий нет, по качеству все очень здорово, фирма Буша всегда держит марку, по мне так одна из лучших фирм в принципе, ну, каждому свое. В общем, заходите на наш сайт basicar.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33.